В Симферополе колонну крымских татар, направлявшуюся в микрорайон Ак-Мечеть, на траурный митинг остановили ОМОНовцы, мотивируя это тем, что массовые мероприятия в Крыму запрещены. В итоге колонну с людьми пропустили, но заявили, что будут сопровождать до пункта назначения. Параллельно с крымскими татарами идут милиционеры, а сзади едут два автобуса с правоохранителями. В центре Симферополя движение транспорта при этом полностью перекрыто, проход запрещен. Над городом время от времени пролетают вертолеты.